Современное медицинское оборудование, красивый ремонт и возможность получить все медицинские услуги в одном месте. Будущие родители уже записываются на прием в новую поликлинику «Мама и малыш». А лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Юлия Мама и Надежда Смирнова пришли поздравить врачей и посмотреть, как устроена новая поликлиника. Я с первой беременности 8 месяцев на сохранении пролежала. Поэтому хожу, завидую. Вот я тоже хожу, думаю, вот это. Да. Эх. А мы вас ждем. В новой поликлинике беременная женщина проходит обследование с момента постановки на учет. Лучшие врачи и современные технологии позволяют выявить в том числе и хромосомные аномалии плода. Если раньше, чтобы сделать перинатальный скрининг, женщинам приходилось ездить в Солнечногорск, то теперь в поликлинике «Мама и малыш» появился современный аппарат УЗИ. С прошлого года мы получили по государственной программе, региональной программе обеспечения необходимым медицинским оборудованием этот УЗИ-аппарат экспертного класса, и к нам пришел работать специалист экстра-класса. В случае выявления патологии женщину направляют на лечение в дневной стационар. Одновременно в нем может находиться до 11 женщин. За состоянием будущей мамы будет следить гинеколог, невролог, офтальмолог, диетолог и другие узкопрофильные специалисты. Самое главное, что здесь еще не только как бы женская консультация и сопровождение по беременности, но здесь уже и обследование, и дальше введение ребенка от нуля до года. То есть здесь как бы такой целый цикл вот всей беременности и первый год ребенка. Поликлиника рассчитана не только для мам, но и для малышей. После выписки из роддома в поликлинике малышей будет ждать педиатр, неонатолог и узкие специалисты. Здесь современное оборудование. УЗИ экспертного класса, кольпоскопы, ЭКГ. Думаю, что здесь будет всем удобно. И это правильный, верный и нужный шаг в развитии здравоохранения нашего городского округа Химки. Благодаря современному оснащению врачам удается не только выявлять патологию рожениц на ранних стадиях, но и качественно лечить заболевания. На сегодняшний день поликлиника первая в своем роде. Аналогов в Подмосковье нет.